Здесь находится зеленая гречка, которая была промыта в 7 проточных водах, 3 охлажденных кипяченых водах и простояла сутки в том виде, что она залита холодной кипяченой водой. Потом все это было сливалось, промывалось тоже в 3 холодных кипяченых водах. Теперь вот она такая хранится. После этого мы насыпаем ее в блендер, доливаем немного охлажденной кипяченой воды. Вот здесь запас у нас располагается. И все это перемалывалось на первой скорости и на второй. В результате получился замечательный гречневый паштет из зеленой гречки. Прекрасное питание, невероятно полезное.